Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работой художников и скульпторов и их автобиографии. Марк Ньюман. Скульптор. Марк Ньюман родился в июне 1962 года в Окленде, штат Калифорния. Марк Ньюман – скульптор из США, по работам которого можно оценить, насколько хорошо он разбирается в анатомии человека и чувствует форму. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. Многие работы Марка Ньюмана имеют не очень приятный, а местами даже жутковатый вид. Но Марк Ньюман действительно знает, как использовать свое воображение. Поэтому его работы выглядят всегда очень креативно. Скульптор работает с разными размерами. Но его любимыми являются 1/6 и 1/2 от натуральных. При этом Марк Ньюман легко переходит с одного стиля на другой, от классического до гротескного. В качестве материала для скульптур Марк Ньюман предпочитает полимерную глину. Но также у Марка Ньюмана есть работы из бронзы и резины. Из полимерной глины Марк лепит фигуры для крупных компаний и в основном для заработка, так как в мире очень распространено коллекционирование фигурок героев комиксов, фильмов, компьютерных игр и так далее. Из бронзы Марк Ньюман создает авторские произведения для художественных выставок, музеев. Ну, вот так вот вкратце то, что мне удалось найти о скульпторе Марке Ньюмане. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.